Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы рисуем снежинку. Для этого я взяла специально темную бумагу, сделала уже предварительный рисунок. Вы можете нарисовать все карандашом от руки, но если вам сложно, можете воспользоваться линейкой. Если что-то будет не получаться, значит, вам поможет наш ластик. Для своей работы я выбрала красивую пастель серебристого цвета. Вы можете выбрать любую на ваше усмотрение. И теперь по нашим предварительным линиям, которые вы нанесете карандашиком, можно начинать уже рисовать. Сначала мы с вами рисуем основные линии. Ребята, так как это снежинка, нигде не написано, что все кончики должны быть одинаковые. В этом-то и вся прелесть, что ваша снежинка может быть совершенно разные у нее кончики. Мы стараемся делать симметрично, ну а дальше уж как получится. Вот, дорогие друзья, наша снежинка готова. Попробуйте теперь нарисовать свою снежинку. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Пока-пока!